Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня у нас узорчик, девчонки, попалась вот мне моделька на глаза, связала я образец и обалдела. По-моему, нам нужно обязательно эту вещь вязать. Так мне почему-то кажется. Вот я связала, вот смотрите, образец из махера. Вот эта фотография, уже и подписчица мне писала, она пробовала этот узор. Ну, я думаю, узор есть в интернете, ну вот сама вещь связана этим узором, очень классная и заслуживает внимания. И тем более, вот смотрите, с первого раза практически я попадаю. Я вязала толще спицами, можно вязать тоньше, но это еще решится, если в процессе мы с вами решим, что мы эту вещь будем вязать. Ну, а это зависит от ваших комментариев. Я сейчас за август сделаю такую вот подборку узоров интересных моделей с интернета. И вот по вашей реакции буду определять мастер-классы, которые я буду вязать, которые вещи я буду вязать. И вот этот кардиганчик, он самый первый. И вязала, это не факт, что я буду вязать из этой пряжи. Я вам скажу про образец. Вязала я Alize Kid Mohair. Говорят люди, что она колется. Не знаю, вещей у меня из нее нет. Это я просто говорю про образец. И пайетки с AliExpress, вот которые я вязала из той серии, из которых я вязала вот этот кардиган Опера Кучинели. Вот. И две нити Kid Mohair и одна нить вот этих вот пайеток. И получается вот такой вот шикардос просто. И кардиганчик с капюшончиком, сеточкой, пушистенький, мягенький. Ну, пряжу, наверное, надо будет заменить. Вообще бесподобный. Узор у нас состоит из 4 рядов. Вот, кстати, и в интернете схема на него. Что-то я там изменяла. Но я схему сейчас вставлю вам. Вот, чтобы она у вас была. Значит, количество петель. Мы сейчас пройдемся прямо по схеме. Там у нас в схеме 3 раппорта. Это значит 12 петель и 2 кромочные. Плюсиком обозначенные. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И 2 кромочные, 14, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 14 петель. Итак, первый ряд я сейчас провяжу изнаночными петлями, чтобы вам было виднее. Так, просто чтобы не с первого ряда начинать узор. Но мне очень понравился этот кардиганчик, я бы его сообразила. Конечно, пайетки нужно будет заказать прямо сейчас, чтобы они пришли, и мы его связали. Вот. Ну, я думаю, он классный. Так, значит, первый ряд, девчонки. Плюсик у нас кромочная. И там нам пишут, что нам нужно с уклоном вправо. То есть я вот так вот поворачиваю 2 петли и провязываю 2 вместе с уклоном вправо. Накид, второй накид, 2 накида. 2 петли вместе с уклоном влево. Вот они как раз так и провязываются. И вот это и весь раппорт, в принципе-то. Снова повторяем. 2 петли вместе с уклоном вправо. Повернули, провязали. Спицу вводим слева направо. Провязали. Двойной накид. Здесь 2 петли вместе с уклоном влево. Здесь спицу справа. Так, 2 вместе с уклоном влево. 2 вместе с уклоном. Третий раппорт. Видите, у меня их 3 здесь. 2 вместе с уклоном вправо. Там оно обозначено как бы далее, вот по схеме. Ну, да, без разницы. 2 накида и 2 вместе с уклоном влево. И кромочная петля. Так, изнаночный ряд. Изнаночная. Наверное, плохо видно на фоне. Там, где у нас 2 накида. Один первый мы провязываем лицевой, второй мы провязываем изнаночный. Вот эти вот 2 петли провязываем изнаночными. Там, где накид, первый лицевой, второй изнаночный. 2 изнаночные, лицевая
изнаночная и кромочная, два ряда. Третий ряд, накид, ну, кромочную сняла, накид, 2 вместе лицевой с уклоном влево, справа налево, спицу вводим, ничего не делаем. Здесь вот смотрите, здесь у нас изнаночная, ее поворачивать не нужно. Здесь мы поворачиваем только вот вторую петлю. Повернули, вернули и слева направо провязываем 2 петли вместе с уклоном вправо. 2 накида, 2 петли вместе с уклоном влево. Здесь снова поворачиваем только вторую петлю, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, двойной накид, 2 вместе с лицевой с уклоном влево, поворачиваем. То есть в этом ряду мы разбили раппорт в конце и в начале на половинке. То есть тут у нас то же самое, здесь накидом заканчиваем, здесь накидом начинаем. 1-1, то есть в сумме двойной, вот двойной, то есть в принципе это 3 дырки тоже, но только одна у нас разделена на 2 части, третий ряд и четвертый ряд. Кромочную снимаем, накид изнаночной, 2 изнаночные, этот накид провязываем изнаночной. Далее у нас двойной, первый, когда двойной, всегда у нас первый лицевой, второй изнаночный. 2 изнаночные, первый лицевой, второй изнаночный, 2 изнаночные. И теперь он у нас первый получается, значит, здесь мы вязали, он последний. Тут должен был быть первый, а здесь мы вяжем лицевым. Первый мы вяжем изнаночной, а последний мы вяжем лицевой. И здесь снова мы повторяем. Теперь уже вот где изнаночная у нас здесь накид провязан лицевой в прошлом ряду, то здесь мы поворачиваем только одну вот эту вот петлю. Двойной накид. И так и поехали. И далее. И получается у нас по итогу вот такая вот сетка. Вот такая вот сетка, которая, ну, безумно мне понравилась. И кардиганчик мне понравился. Вот кто, может, кто видел в интернете этой модели вид спереди, пришлите мне в Инстаграм, пожалуйста, фотографию, кого они есть. Я не видела. Вот. И еще, девчонки, на канале появилась новая функция «Супер спасибо». Это функция для тех, у кого есть желание поблагодарить, допустим, единоразово за определенное видео. Вот если видео вам было полезно, нужно, вы его использовали, вы можете поблагодарить автора за это видео, кликнув на вот эту вот значок «Супер спасибо», и там вы можете поблагодарить автора. Вот другие способы есть под видео в описании. Вот также существует подписка платная на канал. Это для тех, кто хочет поддержать меня в это нелегкое время, девчонки. Ну все, а на сегодня все. Пишите ваше мнение, что мы будем. Следующее видео у меня будет очень интересная моделька. Две, вернее, один узор, две модельки от Кучинелли. Так что ждите. Все. А на сегодня все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.